Я, кстати говоря, с первого дня его хвалил, я тогда еще не был в публичном пространстве, мирное время было. Петраков, у него не было какой-то звездной карьеры, да, как у Шевченко. Но мне достаточно было послушать его одну пресс-конференцию, самую первую, и услышать его взгляды на футбол, философию жизни, философию футбольную. Я тогда уже говорил, что он сильный тренер. Вот сейчас это и подтвердилось. И я хочу сейчас вам сказать, что Петраков намного сильнее тренер, чем Андрей Шевченко. А зарплата у него, наверное, минус 2 нуля от зарплаты Андрея Шевченко. Вот. Но это вопросы к нашему великому президенту Федерации футбола.